На днях у нас в стране отмечался один из главных праздников – День семьи, любви и верности. Установление такого праздника призвано обратить внимание всего российского общества на то, что семья была и остается хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет его благосостояние. В Хасавюртовском районе немало семейных пар, которые отпраздновали полувековой и даже 60-летний юбилей совместной жизни. В гостях у одной такой семьи с самой приятной миссией на днях побывали замначальника управления социальной защиты населения района Махтибек Махтибеков и начальник отдела семьи управления соцзащиты Зайнал Бекеев. Супружеская чета Магомед Атавович и Сайдат Магомедовна Атавовы радушно встретили гостей. У вас 60 лет совместной жизни в этом году, тоже эта награда, можно сказать, приурочилась к этой дате тоже. Вам хочу пожелать здоровья, крепкого, немало большого, чтобы вы были примером для нас и вручить эту награду. Эта награда была еще учреждена супругой Дмитрия Анатольевича Медведева. Это грамота вам. Так, и награда в виде медали и двух значков. Вот медаль и два значка. Эта награда носит общественный характер, она вручается семьи, которые воспитали достойных детей. Как мы знаем, вы воспитали 10 детей. Все дети у вас достигли регалий, отдали многие жизнь родине. И еще раз хочу вас поздравить и вручить вам эту награду. Спасибо, сынок. Я тоже успел поработать с дядей Магомедом. Знаю его очень хорошо. Он очень хороший, уважаемый человек у нас в социальной защите. Он работал с начала становления управления социальной защиты, 10 лет отработал. И плюс к этому, ко всему, мы решили приурочить, тоже увидим, что он, у него такие достижения, 10 детей, как говорится, и, можно сказать, практически героя вырастил, конечно, трагически погибшего. Вы заслуживаете этой награды, я вас поздравляю. Да, мы еще раз поздравляем, да, и Аллах вам здоровья, чтобы вы всегда радовали нас. Мы, подрастающие поколение, будем с вас брать пример. Спасибо главе муниципального образования Джамбулат Шапеевичу Салаву, что вот родителей не забыли, поздравили они вот с этим. Баракалла вам всем. Махтибек Махтибеков вручил супружеской паре медаль и грамоту, где говорится, награждается грамотой за проживание в мире и согласии, получившей известность среди сограждан, крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Грамота подписана временно исполняющим обязанности министра труда и социального развития Республики Дагестан Расулом Ибрагимовым. Мы от души поздравляем семью Атавовых с праздником Дня семьи, любви и верности. Желаем им крепости духа, долгих лет жизни на радость детям, внукам и правнукам.